Привет Красноярску! Меня зовут Леонид Круглов, я режиссер-документалист, путешественник. Я рад сообщить, что в ближайшие несколько дней я приеду в Красноярск, чтобы представить свой новый документальный фильм, широкоформатный документальный фильм, который называется «Великий Северный путь. История открытия арктических регионов России». На этот проект у меня ушло 6 лет, мы очень долго работали над этим проектом, прошли на собаках, на оленях, пешком, под парусом, маршрут длиной 10 тысяч километров по следам легендарного Семена Дежнева, путешественника 17 века. Давайте с вами увидимся 28 ноября в кинотеатре «Эпицентр» в 19 часов. Посмотрим фильм и после этого обсудим все, что вы там увидите, и я надеюсь, что мы с вами интересно сможем пообщаться. До встречи!